чатик сюда. Так. Ага, я тут. А ну да, так где я был, там и остался, так. Как непривычно. Как присоединиться? Ну да. Общая громкость. Глядите, а тут тебя не слышу. Так, присоединиться, пока тебя не вижу. We are happy to finally release one zero version of Satisfactory. Tell us about any bugs you use. Back on our question site, thank you so much to all of you for support so far. It has been available. Languages that were available. Как почему ты не можешь присоединиться? Потому что сейчас меняю версию, тут написано 36.6.202. Версия написана у меня. Я случайно нажал продолжить. Ну-ну. И типа ваши трупы тут валяются. Ну не трупы, а значки. Типа и знак запрета нарисовано. Типа вас нет. Прикол в том, что... Ну, это главное меню, потому что через сауна чистят туда. А тебе что-то изменилось? В каком смысле изменилось? У тебя какие-то проблемы? А ты хочешь создать? Не-не-не, продолжить. Ага, продолжить создавать. Ну ты молодец. Ну ты молодец, Рауль. Подожди, сейчас. Если хочешь продолжить создавать проблемы, ладно, сейчас, минутку. Пока, ну, короче, скопировать. Знаешь что? Кролик. И, видимо, ты создаешь проблемы, а не решаешь проблемы. Вот тебе код. Ой. Блин. Пора? Ты уже через коды все. Подожди. Настройки, подожди. Ой, нет. Управление сеанса, настройка сеанса.
идентификация сеанса. Вот это вот. Скопируйте. Вот это вот. Скопировать. Вставить сюда вот. Даже Рауль не понял это самое. О чем я? Так, ищем, что ты мне прислал. А кто к нам еще присоединится? Кто-кто? Дед Пихто! И баба с пистолетом. Шутки, пожалуйста. Чё, железная пластина? Пожалуйста, а чё тут две стоят? А, ладно. Так, убираем. Нафиг она нужна? Так, а чего? Не работает? Так, зайти сюда. Так, здесь вот это. Еще не запустил? Запустил? Я в игре. А че, посидеть не могу. Тема не запущен. Запущен, друзья, есть. Подожди, управление главного, сейчас минутку, и может быть я знаю, почему ты не можешь. Сейчас, наверное, надо опять заново зайти. Сейчас я посмотрю, кстати, что там у меня. Сейчас. Подожди, вот, хочу спросить, самое главное. Вот, на стартовой, это самое, как его называется, где стартовая, вот. У тебя версия 36.6.202? Да, 36.6.202. О, отлично. О, это уже это хорошо. Потому что я обновил, я перекачал. Поэтому я долго заходил. Потому что они, это самое, собаки такие. Там была проблема с углем, а они починили наконец-то. У меня там. Да, заметил, они сразу обновляют тоже. Ну не сразу. У них там это. Не сразу, но по крайней мере сегодня вовремя. Так, параметры сети, пожалуйста, параметры, вход в Epic, выход, чего выход, вход в Epic, вот, вошли в Epic, тут вошли, вот, теперь в сети, так, написали, что я в сети, окей, настройки, настройки, назначение клавиш пользовательский интерфейс, игровой процесс, так, ладно, продолжить, нажимаем кнопку, допустим, это продолжить. Так, зашел. Так. Где у нас этот самый? Так. Друзья. Друзья, паштет. Рауль. Так, значит. Так, я добрый человек написано. Пригласили в группу. В группу пригласить. На обмен, заблокировать, удалить. Серьезно, правильно? Почему я не могу тебя пригласить? Shift Tab. Так, список игроков. Чего? Интересно, ваши достижения. Общее время в игре, последнее время. Ага, скриншоты списка игроков. Так, интересно. Так, допустим, давайте управление сеансом, настройки сеанса, показать, скопировать. Ладно, тебе еще раз код другой уже отправлю. Ой. Все, я тебя вижу. Все работает. А, все. Только что появился. Да, так только ты появился. Только. Твой значок появился. Короче, Рауль, ты не понял, короче, насчет прикол, насчет ты создаешь проблемы или это решаешь их? Да, я не понял. Это откуда опять? Рауль, я хочу... Вот сейчас ты сразу угадаешь. Рауль, ты Far Cry играл? А, все вспомнил. Кролик ты! Это четвертая часть, если не ошибаюсь, правильно? Нет, не четвертая. Третья. Нет!
Понимаешь, Подите. Она как бы отдельно. DLC? Нет, не DLC. Far Cry New Dawn. Вроде бы. Да, там где это, типа, мы тебя наоборот в союзе с этим священником-психом. Да. Да! Да, я играл до конца. Скажи да! Я не играл, уже забыл там про что-то, я бы полностью в него играл. Там каждый угол свет, а много чего я забыл. Зауль. Это есть так, я просто сна ничего не соображающий. Я только проснулся. Опа, галактика. Кстати говоря. Да. Неужели он... Если это Млечный Путь, мы, значит, насколько бы далеко от дома? Очень далеко. Наверное. То есть это даже не наша родная галактика? Я не знаю. Это жесть, конечно. Представляешь, в Андромеде быть. И ты знаешь, что это дом, это не просто световые года, а просто нереальные. Ну да, я... Ага. В голове выкладывается. Да, если, как говорится, до дома, это самое, обратно вернуться, то вообще умрёшь. Здесь даже сквозь света не поможет, ничего не поможет, чтобы добраться. Не, я в том, что это... если вернуться домой, как бы, знаешь, но если какой-нибудь есть стазис, я не знаю, типа, стазис, который можно... Но ты вернешься домой, а там уже все изменится. Ну да, это тоже. Знаешь, что это мне напоминает? Ты смотрел Футураму? Да. Ну вот так же. Смотрел все, да. Да, вспомнил. Вот так же самое, Рауль. То же самое. В капсулу попал, смотрит. Так он хотя бы на родном планете был. Да. А то он попал в будущее, он не прошлое никак попасть не может. Но вроде они там в какой-то серии не попали в прошлое, потом оказывается он свою бабушку. Оказывается, он сам себе создал. Ну да. Случайно. Это жесть просто. Или Рик Морти тоже. Это тоже смысл там типа. Оказывается, это не его родная семья. Как бы его родная семья генетически, но не в той вселенной. Ну да. Так, Это же долго стало. Да. Много чего тут. Так, о. А, кстати, ты еще же. А, ну да, пока что ты не рип. Все нормально, показывается иконка. Ну почему у меня нет вещей? Потому что этих вещей нету, потому что вот посмотри здесь. Нет, ты не посмотри здесь. Ой! Ладно, вот возьми, пожалуйста, вот возьми вот это. Вот. Возьми это. Пожалуй, мне пила. Все, я понял. Почему у тебя вещей нету? Вот твоя пила. Ага. Что тебе еще дать? Ну, в принципе, ничего, мне такая пила и нужна. Электричество главное. Есть. Да, идем. Это я, это самое, я тебе в конце видео, я тебе сказал, что я тебя это, того. Потому что у меня, половина твоих вещей, как говорится, сейчас в кармане, но я с тобой не... Могу поделиться. Кстати, могу поделиться тебе, не знаю, чем-нибудь. Давайте... Вот поделюсь всем, что у меня есть. Кабель, извини, я тебе не могу поделиться кабелем. Кабель я сам сделаю. Я могу тебе это дать. Роторы, роторы я тебе не дам. Мне роторы нужны будут для другого. Вот, Рауль, вот, смотри, видишь? У меня как тут сделано все. Электричество? Да, электричество, видишь, он делает. Он делал, ты только просто улучшил. Это то же самое, но видишь, он тут электричество, он сразу же ложит у судовод. Да, ты автоматизировал. И то есть можно в ту сторону еще немножко строить. Вот. Ну. Это как факторию вот пошло. Ну да, ну и, надеюсь, хватит. Я думаю, что да. А где ты начало. Где начало ставить? Вот это главное. Чтобы не попутать. Попутать.
Да, тут вот здесь у нас листва. Вот, да, тут листва вот. С левой стороны? Вот с этой стороны листва. Да, с левой, справа, право дерево, слева листва. Все, вот это самое главное. Так, дерево сюда закидываем сразу же все. Ладно, займусь рецептом. Так, погнали. Пластины. Вот это, что у нас там было? Постройте космический лифт. Космический лифт. Что там нужно? Ага, медь. Я понял, медь нужна. Дофига меди. На космический лифт, я понял. А там еще укрепленные пластины, да? Да, укрепленные пластины еще нужны будут. Укрепленные пластины, чтобы это самое. Ладно, давайте. А, у меня 9 штучек, ой, неплохо. Мало. Что-то плохо производится. Сейчас поставим, как это самое я строил. Давай сначала буду с медью расправлюсь. Так, сейчас пойду с медью. А! Ядрит колотить, какой он опасный. Ходит тут с бензопилой, размахивает. Люблю бензопила, полезный инструмент. Так, полезный. Так, значит, ломаем эту фигню. Вот это тоже ломаем. Ломаем. Тоже ломаем все. Смотри, что ты ломаешь? Так, все ломаем. Потому что я это жесткий человек. Так, значит, строим. Так, значит, строим бетон. Значит, ой, где-то бетон. Чего? А, ты там. О, парашют. Прости, классно, парашют. Да-да, парашют есть тоже. Парафут. Его можно скрафтить, кстати. Ага. Это в эту сторону может строиться даже. Может быть, я не знаю. Насколько я правильно строю? А, это не парашют. А, не понял, а как он здесь появился? Чего? Ладно. Я даже не буду спрашивать, как он тут это... А, ладно. Неважно. Так, значит, что мы ставим? Значит, буровую ставим, во-первых. А, вот. Так, во-первых, буровую ставим. А, во-вторых... Так, во-вторых, ставим, что у нас тут? Значит, буровая идет сюда. А... А, блин, тут вот эта вот фигня стоит, я понял. Так, ладно. Блин, а если я в эту сторону буду строить? А в этой стороне, ага, тут нифига нету, да? В этой стороне. Ладно, допустим, давайте в эту сторону строить. Так, фундамент. Установка второй не получится. Так, а где делалось? А, бетон? Нет, мастерская, вот нашел. А, И переносной бур. А зачем тебе переносной бур? А так. Я сейчас попробую поставить еще один, потому что мне кажется, мало не получается. Ага, тогда просто сделаем. Так. Вот так вот. Пум-пум-пум-пум-пум. Значит, конвейерное соединение. Ага, отдельно можно ставить. Вот эти штуки маленькие. Большие еще не получится поставить. Ну да. А вот мелкие можно. Разветвитель. Так. Здесь тоже проблема. Их ленту не поставишь. Ну хотя бы хоть что-то. Так, конвейерный разветвитель. Так. Значит, конвейерный разветвитель. Так. Так.
ладно. Так, б. Ага, я понял. Ладно. Так, значит, тут мы ставим что? Значит, плавилки. Нужно плавилки поставить сюда. Оба должно хватить. Так. Так, теперь с медью. Так, плавилка. Медь покрыл. Беремся, это что у нас? А, так, вот я могу поставить? О, да, я могу поставить красиво. Значит, медь. А, сюда закидывается. А, медь, сюда закидываем. А, медь, так. Сегодня мы без Ютуба? А, в каком смысле без Ютуба? Но без эфира? А, да, да, сегодня без эфира. А, значит, может, более свободно. Ха-ха, все. Но потом... Да-да, мат, конечно. А потом открывает... Чёрт, да. Родион! Да, я это самое... А я тебе что, не сказал, что я записываю? Не-а. А-а-а. Так что, не помочили ща? Да. Я, конечно, и матами так и не крою. Но чтобы лишнее ничего не сказать. Да. Я знаю, что ты паштет. То есть Рауль. Всякую рекламу мне лишнее не сказать. Да, покупайте у меня. Да. После сечения. Да. Даже в канале Родион. Покупайте мне высококачественные духи. Серьезно? Нифига себе, я не знал. Блин. Так что. А если это эфире будет, мне будет все писать, где ваши духи? Я сказал, не произвожу их, я пошутил. Так, стоп, а я что не могу изготавливать? А, я еще не могу изготавливать. Ладно. Ладно, все понял. Ладно. Тогда здесь мы ничего не выбираем. Пока что. Ладно. Окей. Это я потом выберу. Так, значит, здесь мы делаем что? Проволока. Да, у тебя проволока тоже дело. Надо кабель сделать и потом мне будет ходить. Так, вот это вот тогда делаем. А здесь делаем кабель. Вот. Так, делаем как у меня. На том могли вообще даже продолжить. Ну ладно. Че, вздыхаем? Так заново. Окей. Не, ну. Так, окей. Значит, так, делаем. Так, где. Эй. Провода быстро делаются. А, нет. Не делаются быстро. Провода. Потому что сейчас ничего не делается у меня. Проводка. У меня сейчас... раз дает. Потому что мне пока что... Да? Кабель дает под... как-то очень быстро. Ладно. Быстро. Пускай будет так пока что. Так, значит, это на будущее у меня стоит тут. Так, значит... так, и все это подключить надо. Подключить это. Так, это сколько у нас? Ага, 2 из 4. А, 3 из 4. Имперские ублюдки, да, как говорится. Да. Скайрим. Да. Имперские ублюдки. Это в самом начале. Начало, да. Когда голову отрубают.
да, я помню. Перед драконом каткастом кто-то говорил. Да, да, я помню, кстати, я играл в Skyrim. Хорошая игра. Да. Я и за мага, и за воина. Старенькая уже. Да. Я когда в него играю, раньше она мне очень нравилась. А когда сейчас, я думаю, блин, что за график? Вроде поставили модификацию, но все равно уже. Да. Да, я знаю. А в то время это шедевр, кстати. Это ого-го. Я играл на нем на Xbox 360. О, ну вот. Как уровень PlayStation 3, по сути. А, ну вот, видишь, Рауль, я в том, что так же самое, как Half-Life. В то время это ого-го, это прорыв индустрии игровой. А, ну да, тут делается у меня все. Проволока делается. Ну да, тьфу, кабель. Кабель делается, проволока делается. Скоро выйдет новый Skyrim. Будет Elder Scrolls 6. Ты сейчас прикалываешься или серьезно? Так, минутку. Я серьезно. Только не знаю, когда, но уже скоро, вот-вот, буквально. Как? Я тоже самое могу сказать, вот-вот скоро тоже выйдет GTA 6. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of project assembly, you will definitely be helping achieve Fixit company goals without any other ulterior motive. Note: humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fixit cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Ай, блин. Ой, как медленно. Блин, как медленно. Как все медленно идет, Рауль. Я ошибся жестко на 2 года. В 26-м году только выйдет. Кто? Elder Scrolls 6. Но по Skyrim. Still it's good to know what the project's moving ahead plan in this Elder Scrolls. Так что я еще успею поиграть в GTA 6. Почему 26? Ну хотя бы 25-й бы. Ай, блин. Да-да, Рауль. Они, знаешь, почему так задержать? Потому что они делали эту дурацкую игру, как там называется. Starfield. Если они бы Starfield бы не делали бы этот проект, то они бы занялись бы и шестым частям. Ну, логично. Да, они все ресурсы потратили на это. Ну да, прикол-то... Жалко, жалко. Блин, я не могу поставить чуп. Я Starfield был бы нормальной игрой, если не было вот это, знаешь, это симулятор загрузок. Это загрузки. Даже если компьютер не... Если компьютер даже быстро работает, да, и быстро загружается, все равно это отвратительно. Плюс игра раскрывается только через 10 часов геймплея. Понимаешь, Рауль, это самая, эта игра предназначена для, это самое, для слабых. ПК тоже. Starfield? Да. А-а-а. Наверное, понимаешь, Рауль? Ты не понимаешь в экономике ни хрена, Рауль. Понимаешь? Они хотят продать этот самый Starfield на все, в общем-то, и на слабенькие, и не на слабенькие. Ну да. Вау, красиво тут водопад.
Так же самое есть игры, которые, понимаешь, Рауль, придерживаются, как его называется-то, нейтралитета. Есть игры, которые придерживаются про, ты знаешь про что, ну про этих вот, да, и в том, что, так, как тебе сказать это, объяснить-то, так, чтобы это самое, никого не обидеть, да, в общем-то, в том, что они тоже думают о бабле, в общем, так вот скажу тебе. Как Жак Феско сказал, мы все быть вынуждены быть шлюхами. Даже мы. Жак, ты знаешь, какой Жак Феско? Нет. Посмотри на YouTube, не пожалеешь. Он тебе расскажет всю правду, которая есть в нашем жизни. Прямо всю правду. Посмотри, YouTube, когда посмотришь, ты меня поймешь. Он футуролог, ну это социальный инженер. И он проектировал проект Венера. Здание умного города. Ну? Но больше всего, честно, он выделил внимание про социальные наши проблемы. Почему мы не можем, допустим, другие страны, почему могут развиться, а другие нет? Потому что коррупция есть в стране. Коррупция откуда исходит? Из определенного мышления. Допустим, вот Африка, да? Ну да, допустим. Коррупция, потому что думают люди только о себе. Ну, о себе, о своих близких только думают, и все. Да. Думают, что ничего не безнаказанно, и воруют. Ну да, и допустим, вот в Саудовской Аравии, у них климат, смотри-ка, и по ресурсам, у них гораздо хуже, согласись, да? Ну. Но они намного лучше живут, чем в Африке, которая получше чуть-чуть. Так оно с ресурсами. Африка очень богатая страна, но именно природным ресурсом. Но не могут себе поднять уровень. Ой. Допустим, если немцев отправить в Африку жить, то они построят вторую Германию, как Соединенные Штаты. Ха. За 10 лет. Очень быстро. Как англичане приплыли в Америку, там построили очень быстро. Так же и там, от человека зависит. Так, окей. У нас тут как... у нас тут не только индустрии, это сами индустрии, но у нас тут это самое, как его называется-то. Опа, логистика 2. Окей, открыть. А, тут нужно вот это вот. Усиление железной пластины крафтить. Ага. Знаешь, что еще Жак Фреско предлагает сделать? Всех посади за чертежный стол. Ты. Знаешь почему? Ну. Потому что вокруг нас все это изобретение, как бы машины, дома, даже костер, это все конструкция. И на бумаге мы можем начертить, скажем так, ну, грубо говоря, утопию. Все что угодно можем придумать. Нет никаких границ, возможностей. Да, на бумаге да. А вот в реальности это будет трудно реализовать все это. Не. Проблема даже не в этом. Вот допустим, что мешало африканцам все это время построить раньше просто деревянный самокат, чтобы облегчить себе труд, чтобы привозить бананы. У них все это было перед носом. Это у них было заняло работы полчаса. Вот они сделали этот самокат. Колеса сделали, конечно, деревянные, но потом они резину гвоздем хотя бы прибили. Поехали и только думают, а чего мы раньше это не сделали? Чтобы перед носом было фактически. Так. Вот то же самое и в нашем ситуации. Мы на самом деле много чего можем сделать, просто мы это не видим. Или тупо не хотим этого видеть. Растение находится вокруг нас. Слышу такое выражение, скорее мне нравится. Для кого-то это мусор, а для кого-то это сокровище. Угу. Вот что-то типа того. Африку можно, кстати, озеленить. За 10 лет. Забыл об этом. За 10 лет вот.
при помощи лазера обжигаешь в землю обсидиан и создаешь каналы от океана. Там нас столько ресурсов, ты не понимаешь, сколько надо ресурсов это потратить денег. Ух ты ж, ептую. Я тебе говорю лазером. Лазер откуда возьмешь, а? Энергию откуда? А, при помощи солнечной энергии, там солнце палит. Там же солнце. Понимаешь, там, ой, сколько можно бабла на этом, это самое, как его, распилить. Ой, сколько бабла можно напилить на этом. С точки зрения, сейчас скажу, как это называется, это ресурсно-ориентированная экономика, это ерунда. А вот при денежном системе, да. Рауль, ты сейчас... Рауль, не понял, это что мне, я что сказал сейчас? Это... Я тебе поясню, если что. Я в том, что... Я про коррупцию, если что. Ой, сколько можно напилить бабла. Отмыть это. Опа, ассамбляж. Ассамбляж. Кстати, он нужен будет, топоря? Да, откуда ты взялся? Алло, откуда ты взялся? Ты про кого? Я не про тебя, Рауль. Я не тебе, если что, я тут бомблю. У меня тут проблемка маленькая была. Ну, короче, давай тебе посоветовал, просто посмотришь. Да, спасибо. Он иногда подкалывает, прикалывает тоже про все политики, все. Ну, тебе понравится. Тебе главное сначала терпение накопить надо и прослушать хотя бы 30 минут. Там тоже куча серий. Я даже его книгу даже прочитал. Ты какой? А ты умный стал, видимо. Просвещенный слишком уж. Да. Чересчур просвещенный. Так, ой, надо, кстати... Да. Но если ты посмотришь это пару видео, мне будет с тобой будет еще проще разговаривать. В этом теме. Просто сейчас не понимаешь, но это нормально, да, как бы. Но когда попозже пару серий послушаешь, вот тебе самого будет куча вопросов ко мне. И куча идей. Значит, идея. Должен быть еще быть обмен идеями. Ты что-то придумал. Вот, допустим, вот такая ситуация. Вот два человека спорят. Да. У кого почти дом, купольный или квадратный? В нормальной ситуации он должен и так сказать. Зачем спорить, ругаться? Давайте мы построим то и другое и посмотрим, кто больше продержится, тот и победил. Зачем ругаться и спорить? Ну это логично. Ну вот, допустим, ты со мной споришь, нет, будет квадратный дом, будет лучше. А я говорю, нет, будет купольный дом. Зачем ругаться? Давайте построим оба и сделаем тест-драйв. Так 5. Ну, искусственное землетрясение сделать, кинуть камни, чтобы проверить прочность. Ну да, окей. Зачем ругаться? Ну да, это логично. Каждый, допустим, вот конкурс даже можно сказать, каждый придумывает свой дом на бумаге, потом мы все выстраиваем. И чем дом выдержит, тот и будем использовать. Это как естественный отбор. Надо ругаться, просто каждую идею придумывает и каждая эта идея вкладывается. Ну, понимаешь, тут это... все, опа, мир устроен по-другому у нас тут все. Так. Потому что, да, денежная система, никто не хочет быть проигравшим, хочет быть победителем и получить деньги за это. Да. А это не главное, на самом деле, главное решить проблему, знаешь, мировую. Чтобы для всех и каждого. Ну ты, Рауль, даешь. Сейчас, ты понимаешь, Рауль, я тоже это самое... Рауль, хочешь, тебе тоже теорию выдам, умную? Давай. Вот, Рауль, представь себе, Рауль, если я, вот, я вот с этой минуты, вот, допустим-то, вот я и весь мир начнет говорить правду. Что будет? Знаю, что будет. Будут две стороны. Будут те, кто согласится с тобой, и есть те, кто с тобой не согласится. Не в этом смысле. Это ты прав тоже, Рауль. Но начнется хаос. Ой, смотри, на каком территории ты скажешь. Понимаешь? Да,
будет скандал, в смысле, как бы ругань. Там такой, понимаешь, там не только хаосом это самое закончится. Подожди, а у меня... Серьезно, у меня лестницы нету. Блин. И еще наш конфликт безнадежно повторял. Солнце не садится. Эта планета повернулась. Понимаешь смысл? У нас язык уже отстал на 200 лет. Безнадежно отстал. Сейчас язык обновим. Любой. Подожди, сейчас я вытяну. Потому что, знаешь, как говорится, солнце садится или встало, а на самом деле это планета. Ну, на самом деле, в реальности. Да. Это такой пример маленький. Да, мы с тобой что-то сегодня вообще... Это уже не Satisfactory у нас, а тут какой-то... Это философская дискуссия, да? Да, уже это философская дискуссия, то есть у нас тут. Так, ладно. Что я хотел делать тут? Еще чай попиваем. А, да, у меня тут чай был, кстати. Я говорю, как там, как филот. Это хорошо, что YouTube отключил. Так вот скандал бы начался, споры. Не, ну, в комментариях у меня тоже найдутся умные. Это, кто напишет что-нибудь полезное, не полезное. Так, минутку, так, окей. Да. Так, разветвитель, подожди. Да, разветвитель надо ставить сюда, Рауль. Все правильно. И сюда мы ставим две штучки сразу же. А, бетонка. Значит, бетонку ставим по центру, допустим-то. И ставим бетон, так, допустим, вот с правой стороны, допустим. Пускай будет с правой стоит бетон. А, кстати, я вчера это... А, ты вчера... Я знаю, ты был вчера на работе. Я да, просто... совершенно верно. Я просто тебе расскажу это. Мы вчера с Эдгаром там играли в Майнкрафт. Ой, как? Ну да не очень-то. Получилось. А что с Эдгаром? Серия такая. Ой. Дурацкая, да, вышла? Ну, да, можно сказать так. Ни о чем, ой. Чего, медный лист теперь будет нужен? Стоп, ты медный лист? Да, есть уже медный лист. А-а-а, подожди, блин. Я не хочу спускаться вниз. Блин. Короче, там вот около есть... Ой. Подожди, там есть около этого самого... Ты где медь? Там есть свободная эта... Ай. Как тебе сказать это? Я имею в виду, что могу создать медный лист. А для чего, пока не знаю. Я знаю для чего. Я знаю для чего, но в данный момент я тебе... Так, минутку, соединить что это, так, минутку. Я хочу делать усиленные пластиды, потому что мне надо 50 штук для на рецепт. А, почему не хватает? А, хватает это. Усиленные пластины, так, минутку. Бетон. Значит, бетон сюда закидываем, то есть известняк, извините. Известняк сюда закидываем, значит. Два известняка, которые будет у нас... делать бетон, потом мы ставим конвейерные ленты. Ой, конвейерные ленты, что я говорю. А, короче, там он тоже про религию говорит. Если все молятся, все ждут дождя. Вместо того, чтобы быстрее быть, знаешь, намного было бы быстрее просто откопать колодец, чем мучиться. И ждать, когда с неба что-то упадет. Ну да, только на себя надо полагаться, никакой веры. Ну, не обязательно все чисто быть как сам по себе, но хотя бы, ну, более конструктивно. Да, хотя бы колодец откопать вместе, знаешь, как это будет намного полезнее, чем просто ждать. Ну да, так, значит, что у нас потому тут? Потому что молит... молитвами не поможешь, да. Но это еще, объясняю тебе просто еще неграмотно, там намного интереснее рассказывать. Да, делаю слезами горю не поможешь, так же самое. Да. Что-то вроде там. Лучше разработать какой-нибудь интересный план, который будет и интересно, и всем пользу принесет.
чем ждать, что кто-то за тебя на блюдечке принесет. Во, а чего нафиг? Так, пластинки, пластинки. Если я что-то скучное говорю, ты можешь меня остановить. Уже хватит. Хватит нести всю кучушь. Да, вот... Правда, он идет? Что иногда заносит. Да, и заносит меня, и заносит меня. Та-та-та-та-та-та. Ты белых коня, ты белых коня. Декабрь, январь, февраль. Ой, да. Да, я уже... А, да. Да, еще до зимы еще далековато. Ну, близко. Зима, как говорят, Игры престолов, да, типа, зима близко. Ой. У них зима, по-моему, длится 3 года. Нифига себе. Кажется. И лето у них только 1 год, по-моему, даже короче. Так, что я хотел? А, я к тебе шел не просто так. Тьфу ты. Да-да-да-да, я к тебе шел не просто так. Да, я сейчас поставлю тогда, если ты его там разблокировал, если ты не пиздишь, я извиняюсь, то тогда здесь... О, да! Спасибо, Рауль, кстати, огромное. Ой, шикарно сейчас. Ой, хорошо, хорош, хорош. Сейчас будем делать медные листы. Вообще четко. Во, медные листы тут делаются. Тут у нас делается пока что проволока. А, здесь делается тоже проволока. Но мы можем проволоку увеличить, кстати. Так, тут что у нас? Ага. Медный лист. Так. Так, это... Не обращай пока внимания, это просто тебе вечерком посылаю. Окей, проволока и проволока, окей. Проволока и проволока, да? Кабель. Почему кабеля нету? А, потому что кабеля нету, потому что проволоки нету. Хотя пласти... тут дофига у меня медных слитков. Конвейерный, конвейерный разветвитель. Вы же прекрасный чай. Нет, или сюда поставить. Рауль, а? Или сюда поставить, потому что, блин, если я сюда поставлю, то он будет делиться над пополам, и он... Тут он 30 минут. 30 минут он кушает. 3. Ой. Да ну не надо это делать, вот так вот уберись. Вот так вот. Ага. Значит, тут он делает вот это, значит. Можем пополам поделить. Твои любимые игры это какие? Это Minecraft и Satisfactory? Мои любимые игры. Самые, да, которые ты вообще. Которые тебе никогда не доест. Не, Satisfactory нет, я. Satisfactory не мне. Нет, она надоедает мне. Просто. Блин, а как поставить-то? Я вот. Ты мне такой вопрос задал интересный. Прямо. Трудно мне сейчас ответить-то в данный момент. Такой интересный вопрос. Да, трудный, неинтересный. По сути. А чтобы я его. Можно, да, ответить? Да. Потому что я. А я могу его. Да, могу соединить. Вот так вот, а это. Так вот.
Вот. А, и здесь делается проволока опять. Из слитков. Блин, тебе не хватает. Ну да, я понял, тебе не хватает ему. А, ух ты ж, как плохо тут все по железу-то. А факт, а тебя быстро надоедает? Тоже. Не понимаешь, это самое... Вот и Да не всегда он мне надоедает. Там по настроению и это самое так... О. А, ага. И это самое... Бывает, знаешь, вот... Как, так же сам, как в Майнкрафте у меня. Просто крафт, просто тупо... гринделка ради гринделки. Так, подожди, тут у нас проволока делается, тут тоже проволока делается, допустим-то. Две проволоки. О, конвейерные ленты. Milestone reached. Fix it would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint, fix it. А что ее лучше встретить? А Сандер? А, это. Делается вот это вот. Делается здесь. Нет, питание это, ё-моё. Ты сейчас такое там питание, что ты у меня улетишь. С питанием, понимаешь? Ага. Забирай медь. И отсюда тоже медь забираем. А ложе вот, сюда. Вот. Теперь немножко быстрее должно. Чуть-чуть хотя бы. Ага. Вот думаю. Я вот все вручную делаю, надо как-то чуть-чуть автоматизировать. Вот именно, Рауль, надо автоматизировать. Я это самое. Вот именно я сейчас и занимаюсь, как говорится. Вот этим как вот бы вручную, сейчас. Как бы вручную не тяжело. Но это же игропродовод. Ну да. Ты правильно, кстати, сейчас думаешь. В правильную сторону мыслишь. Видишь, я вот я тебе говорю, что я вот сейчас именно проволоку автоматизировал. Видишь, у меня сейчас делается тут кабель делать автоматически. Это вот проволока, кабель. И тут отдельно делается еще у меня на будущее, кстати. Если оно наступит нам, конечно. Если наступит будущее. Делайте световые вышки, тебе не нравится, удаляй их, а просто подниматься наверх, чтобы посмотреть. Вот, медные подать листы себя. Еще делаются на будущее нам. Они пригодятся нам. Так, световые вышки. Посмотрим, что можно сделать. Пожалуйста, что о, тут? Как легче, как фактория сразу превращается. Я представляю, ну ты разработчик, а? О, теперь тебе могут планировать. Ты это самое, это, как его называется, ты унизил эту игру, Рауль. Мне кажется, повторю, тоже достойная игра. Не, я в том, что... А, ну да, я в том, что было, как его называется, Satisfactory Factorio в 3D. Это гибрид, да? Да.
Честно, Аргадел вот готов турели, сейчас на нас нападать будут. Да-да-да, кстати. Надо это стены сделать. Да, это было бы еще прикольно, кстати. Так, когда я, знаешь, когда я буфактор бы забросил, тогда это было вообще... Верды, это идеальнее. Так, так это куда? Мне нужно разветвить конвейерный. Поставить, кстати. Вот такие бы нас бы напали, вот эти длинноногие. Не, ну длинноногие это они мирные. Эти длинноногие чучки. Они... Ауч, больно падать. Да. Да-да. Это я знаю, что будет делать дальше. Сейчас увижу рецепт, что надо как двигаться дальше. Так, мне надо перестроить опять. А ты с медью, да, занимаешься? Ой, да, я с медью просто... я с бетоном вроде бы я там закончил, вроде бы. Но не до конца, ну ладно. Так, конструктор. Блин, я поставил не очень-то хорошо, получается, здесь. Тоже фундаминги хочу стать. Ага. Фундаминг. Фундаминг, эти по-английски, потому что это добавляется. Фундамент. Пошли, R. Менять. Да нет. Все-таки мешают. Три языка мешаются мне в голове. Окей, ну допустим, пускай так стоит. Больше прикол. Приезжает литовец-механик, чтобы чинить нашего робота. А он разговаривает по-английски. Только. А чё, нормально? Не, ну это здорово, просто странно. Почему... Потому что да, английский, потому что... Английский, потому что мировой язык какой-то. Ну да, да, да. Я не против, зато у меня развивается язык, как бы, да? Не, в том, что вот на английском разговаривают там, ух, сколько... Mm-hmm. Потому что да, английский это... Это самое... Так, минутку. Что там... Наше будущее. Да нет, я не а наш. А, уже минут. Я не про наше будущее. В том, что он... А вот именно, да я коню... Труда. Уже, все, уже заговариваюсь. Коммуникации, вот, ё-моё. Выговорил, еле-еле. Еле-еле выговорил. Да, коммуникации, вот. Нет питания. Да, для коммуникейшена, понимаешь? А для чувств, чтобы выразить чувства, он не подходит. Да. Хотя нет, тоже можно выразить, но это уже другой английский. Есть международный язык, есть английский, британский язык, Соединенные Штаты язык. А нет питания. Чего? Какого Хуана? Ладно. Корабль вернулся. Ага. Замечательно. Так, медные листы тут делаются. Да, тут медные листы делаются. Окей, допустим-то. Медные листы. Там магазинчик есть. Тут делается проволока. Там выбираем. Прыжковые площадки или бонусная программа утилизации? Утилизацию. Принято. Утилизейшн тогда лучше делай. Потому что сейчас утилизация... потому что потом надо будет купить лестницы. Да, бетон тогда будет нужен и 500 проволоки. Бетон есть. Проволока... С проволокой у нас... да, есть проволока немножко. На 500 хватит нам. Конвейерный соединительно поставить сюда еще. Но... Так, сначала нет, вот так вот. Чего? Чего нахер? Понятно. Шахер-махер. Вышел нахер, так, минутку. Сейчас. Надо у Рауля украсть. Блин, у Рауля украсть. Ядрит колотить! У Рауля хочу украсть! Хе-хе, я молодец! Вам время, да?
Да, очень вовремя я пришел, Роуль. Здравствуй. Я просто вдохновился того, как ты красиво делаешь. Я тоже решил. Роуль, понимаешь, мне сейчас надо проволока. Ой, тьфу, не проволока. Железная пластина нужна. Сейчас посмотрю, что у меня. У меня 8 штук осталось. 8 штук, блин. Ладно, я понял. Все, я пошел. Короче, я пошел. Нахер. Я пошел нахер. Короче, я пошел нахер. Так, подожди. Даже тепловилок тут нету. Нигде. Ебануться, даже половилок нету нигде. Он снес все. Я вот это. Это был момент, где он больше ничего красивого не делает. Ебануться, да, половилка. Я просто сейчас. Я буду сейчас бомбить, Рауль, извини. Я буду на тебя бомбить просто жестко. Смотрю, красиво делаешь, я тоже захотел красиво. Ебать, красиво, ебануться. А как ты наверх попадаешь? Вот именно, что пока что никак. Но бетон под себя я ставлю пока что. Много бетона под себя и... Есть только один способ. Смотровая площадка. А, ну да, и, кстати, смотровую площадку можно. Потом, если что, кто-то заберет. Да-да, я заберу потом. Не, или я оставлю, кстати. О, уже могу попасть. Видите? Промахнулся с ним. Мазила. Ага, вот так. Паркур, ёпта. А, у меня есть парашют, кстати. Это легко. Чего нафиг? А, what the fuck? Почему здесь есть. Стоит? Вот эта вот фигня стоит здесь. Тут она не должна стоять. А где тут? Это фигня не... Так, бетон. Ладно, бетон не хватит. Да. Бетон делается, ага. Надеюсь, не погибну. Так, а вот это забираем сразу же от Рауля, пока он там это, так это забираем. Не прячешь? Ага, сразу ложим пережарку. Своей красотой, да, говоришь, да, да. Да, красота это страшная штука. Так, что мне там надо было строить? А, так пластины. Так, надо выложить все, что мне не нужно в данный момент. Так, вот это не надо. Так, ладно, погнали. Сейчас мы надо выложить вот это вот. Так, посмотрим, что тут у нас. Чего? Нифига себе. Офигеть. Нифига себе. Говорит, что он... Ого! Нифига себе. Ладно, я понял, надо ускориться. Этим сам так минутку. Чего не хватает? Пластины это. Ага, пластины вот это еще надо. Очень много. В большом количестве. Ладно, я понял. Все должно быть по математике. Т.
это? Давай-ка. Давай-ка, еще так, хоп. Так. Мой вдохновитель. Так, да, твой этот самый, еще бы сказал бы мой сэмпай. Сэмпай, да, сэнсэй, больше мне нравится. Сэнсэй. Смотрел Сайтама? Нет. Ван Панча. Пускай. Да, я знаю. Ой, Рауль. Сэмпай! Сэмпай. Коне Масай, да, типа костюм. А Коне Масай! Да, у тебя вот это вот, Рауль. Уфу, надо поменьше вот этих вот смотреть. Анимешек. Особенно про любовь, да? Там любовь немножко. Ничего себе, немножко. Там полный. Там любовь немножко, там больше всего там то, что ты сказал. Да. Фильм. Пошли. Чтоб, чего? Пожалуйста, что тут делается? Фильмы снимались. Да. Кстати. Мы можем вот сейчас. Забираем вот эту вот фигню. Надеюсь, у Рауля это самое. Оп. У Рауля сюда идет. Чего? Так, пожди, что Рауль там пережаривает? Там Рауль пережаривает железо пережаривает. Ну да. Железо пережаривает. Я буду делать огромное количество. То, что нам сильно не хватает пластины. Да, нам нужны пластины, это. И это. Так. А здесь достаточно. А я сейчас пока что. Ой. Да. Акуна Касай. Подожди, я могу спокойно. Я могу спокойно в эту сторону строиться. Так. Или не строй. Пожалуйста, что там надо было? 200 этих, 200 вот этих надо, да? Ага. Пожалуйста, что у меня по инвентарю? 39. Ага. Мне вообще ничего не хватает, я понял. Я понял, ничего не хватает мне. Значит, надо придумать. Так, тут надо поставить этот разветвитель еще один умненький. Ой, это умный. Поставь разветвитель, поставить сюда. Они даже изменяются просто так. Что у них душа болит. Да вежливые люди, так окей. Вежливо-то. Вежливо надо быть, но не до такой степени. Такое. Это. Ай, нет. Все плохо для здоровья кончится. Окей. Сюда переезжаем железо. А тут переезжаем тоже железо. Значит. Ни одним кумансам не обойдешь. Акуна Касаем. Так, минутку. Так, железо пережаривается тут. Так, значит. Так, ломаем вот эту фигню тоже, а теперь. Ой, правильно. Чего? Понятно. Ага. Так, я понял. Значит, делаем что? Делаем пластины. Так, пластины делаем, во-первых.
так на соедините лезть. Что блин, да. Плохо. Соединитель. Вот он, соединитель. Так, столб. Тут, во-первых, столб. Должен столб выходить. Да, и желательно посередине. Вот сюда поставим, допустим-то. Соединяем, сколько тут? Ага. Я по... А, ладно, допустим-то. Пускай будет здесь стоит. Ну, допустим, пускай два стоит. Кстати... А, нет, не с этой стороны можно поставить. Вот с этой пускай стоит. А, зачем я сломал это? Ладно. Значит, ломаем. Ой, нет. Значит, ставим сюда столб. Присоединяем сюда кабелем. И сюда кабелем присоединяем. Сюда присоединяем вот это. Тут делаются железные слитки нам. Значит, железные слитки, которые будут делать нам... Так, что будет нам делать? Пожалуй. А я могу поставить ведь так вот красиво? Ну да, могу так вот поставить. Так, допустим-то, будет нам делать что? Железные слитки делаются. Железные слитки. Сейчас. Как будет медленно, да, делать? Так, я хочу посмотреть. Ну ладно. Так. Так, Рауль. Сейчас я посмотрю в общем чате. Есть кто-то и скидывал. Вот, кто-то скидывал в общем чате вот эту самую схему. Простую самую. Нужны, во-первых, делать пластины много, пластин и много делать шурупов. Шурупы и пластины надо очень много делать. Да, шурупов очень много надо делать, прямо. Мега много шурупов надо делать. А, ладно, неважно, Жауль. Во-первых, делаем конструкторы, сразу же делаем, просто тупо делаем... Ага, тупо делаем. Молодец я. Чего, крутая поверхность. Подожди. Во! Делаем литые винты здесь, во-первых. Хорошо. Так, мне надо будет... Так, две штуки, так, значит... А, мне уже пластины еще делать заново. Так, тут идет что у нас? Тут у нас железка просто тупо идет. Нет питания. Да, логично, что тут нет питания. А! Какие это самые литые винты? Ой, тьфу, не литые винты, а это... Я забыл, вот это вот надо делать, а не литые винты. А, совсем. Да, вот фигню надо делать, во-первых. Да, вот это вот фигню надо делать, во-первых. Которая будет делать нам литые винты. Ага. Так. Блин, ровно не получается поставить-то. Так. Значит, надо, может быть, конструктор. Ладно, давай конструктор подальше поставим. Просто. Значит, тут мы делаем литые винты, во-первых. Тут тоже делаем литые винты. Чего? Так, литые винты делаются тут у нас. Ну, допустим-то.
Так, литые винты. Ага. Так, тут надо поставить соединитель. Так, вот соединитель, который будет складывать нам все винты литые вот сюда вот в склад. Ага, склад, конечно, будет складывать. Да-да, ребята. Значит, литые винты делаются, значит. Сейчас я пластины надо сделать опять. Так, я хочу посмотреть, что там паштет делает, то есть Рауль. Сейчас посмотрим, а ну-ка, Рауль. Так, Рауль, Рауль, Рауль. Так, посмотрим, что он там делает. Ага, вот это делает, вот это делает. Подожди, а с этого что он будет делать? Подожди, Рауль. Подожди, а что ты делаешь тут? Подожди, подожди, а зачем тебе пластины? Подожди, а ты что с пластиной будешь делать? Я не понял. Просто хочу массово производить пластины. Пластины. Уже тогда все здесь хватает. Так. Пошли. Пластины, пластины. Не, пластины нужны, да, я возьму. Пластины. Здесь пускай будет массовое производство. Окей, пластины. А тут пластины. Ты возьмешь, да? Тут пластины производятся, окей. Тут у тебя везде пластины производятся, просто тупо. Ага. А, просто везде пластины. Понимаешь, здесь у меня тут... так. Сейчас очень пластинами нужны, так. Значит... Подожди, космический лифт, там сколько надо было всего? Космический лифт. Блин, не хватает теперь. Если я сейчас... А, кстати, на космический лифт, может быть, и хватило бы мне. Ну-ка, 400 прутьев еще нужно скрафтить. Так, производство. Подожди, производство, что там? Так, у нас вот это, бетон. Так, тут у нас эти самые шурупы делаются просто. Так, тут шурупы производятся. Ага. А, все, я понял, оно очень медленно идет, все. Я понял. Угу. Можно было даже два конструктора на один пустить. Так, тут можно было поставить этот разветвитель, можно было тупо поставить. Нет питания. Стоп, какого нет питания? А, ну да, нет питания, потому что умный человек отключил это все. Вот, Рауль. Так, тут делаются шурупы у меня везде. Ага.
Так, тут у нас... Так, а что тут у нас? Ага. Ой, тут у нас два конструктора, ой. Ну да, два конструктора делает... Это делает, окей. Так, а что там дальше надо было? Так, а, еще один конструктор, который будет... нас тут надо поставить еще один разветвитель поставить. Вот так поставить. А, блин, он цепает за это, нет. Так не надо делать. Так, тут он делает нам... Что? Железные пластины. Да, тут железные пластины будут изготавливаться. Так, тут у нас изготавливаются тоже будут железные пластины. Их надо, наверное, много железных пластин. Так, так, железные пластины. Так. Так. Так, что у нас тут? Железные пластины изготавливаются. Тут у нас тоже железные пластины. Ага. Сейчас ему будет... Угу, я понял. Давайте загрузим сюда... Вот так вот загрузим пока что. Так, железные пластины делаются. Так, тут надо поставить этот самый вот. Так, железные пластины. Так, железные пластины, и это вот изготавливается у нас. Значит, теперь надо посмотреть, как изготавливается, во-первых. Нам нужно, во-первых, ой, усиленная железная пластина нужна. Я понял. Усиленная железная пластина. А, винты. Я могу отсюда взять. Ой, тьфу. Тьфу ты. Я могу отсюда винтов взять. Значит, усиленные железные пластины изготавливаем. Мне их нужно будет очень много сейчас.
Допустим-то. Ассамблер. Допустим, ассамблер, смотрим. А в ассамблере мы... так. Да, вот это вот надо будет изготавливать нам. А потом роторы надо будет изготавливать. Тут нужно... Ага. Подожди, а для роторов надо... А, только винты требуются для роторов. Ага, для роторов только винты требуются, я понял. Тогда... Пум-пум-пум. Ага, потом умная обшивка делается, я понял. Окей, космического лифта не та... Вот, не та. Что я говорю? Нету, но мы уже делаем это самое. Я уже изготавливаю... Так, значит, усиленную железную пластину. А, усиленную железную пластину изготавливаем. Значит. Так, погнали крафтить. Так, во-первых, тут у нас что? Тут у нас не то. Тут у нас что? Ага, тут у нас вот это, значит. Тут мы тогда делаем, наверное, разветвитель. Да. Разветвитель пока что поставим, давайте. Окей. И поставим тогда сюда вот на производство. Один ассамблер поставим, давайте. Ой-ой, не туда поставил я. Вот один ассамблер, пускай стоит здесь. Ладно, пускай так стоит. А, усиленная железная пластина изготавливается тут у нас. Ё-моё. Так, подключаем. Так, усиленная железная пластина изготавливается, значит. Усиленная железная пластина, усиленная железная пластина, подожди. А мне еще нужно будет этот самый изготавливать. Блин, еще вот этот прутья надо изготавливать. Ну, допустим, так, где прутьями взять-то? Оп. У меня 104 штук железные прутья. Сейчас я взял 158. Да нет, я не тебе спрашиваю, если что. А что за... Так, 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 так. Блин. Ай. Ай, так, это что? Ладно, давай тогда конструктор сюда поставим. Он влезет сюда. Влезет. Вот так вот. Тогда тут будем еще прутья изготавливать. Пускай он поделится вот этим. Серьезно, везде подключено более 4 этих проводов. Так, тут у нас изготавливаются прутья. Угу. Так, тут у нас прутья изготавливаются. Так. Так, изготавливаются прутья. Минутку. Тут у нас эти... А, винты изготавливаются. Ну, допустим, винты-минты изготавливаются, значит. Тут изготавливается у нас вот эта вот фигня из-под коня, значит. Ага, усиленная железная пластина изготавливается, допустим-то.
что там дальше надо было построить мне? Ротор. Железный пруть плюс винты. А, винты здесь находятся, допустим-то. Плохо. Давайте мы лучше вот так вот. Нет, не так поставим. Вот так вот охренеть, пускай будет. Винты требуются сюда. Винты. Ага, теперь как мне подавать? О, нет, не это. С этой стороны подавать. Ладно, давайте вот так подадим. Будет легче, вот так вот. Чего? Как? Почему? Ладно. Я понял. Ладненько, хочешь по-плохому, будь по-плохому тебе. Сейчас. Сейчас построим мы. Значит, так. Закидываем сюда вот это. Да, сюда... А, усиленные железные пластины делаются, значит. Сюда винты закидываются, во-первых. Так, сюда закидывается... Ой, нет, не так, алло. О, да, пусть с этой стороны идет. Так, сюда закидывается вот это и делается... Делается. Так, значит, оп. Чего? 4 из 4? Серьезно? Да ну нафиг! Значит. Так, тут делается у нас усиленная железная пластина. Значит, сюда мы ставим еще одну штуковину. Пускай стоит здесь. Так, тут-то. Пожалуйста, что там надо было? Опа. Milestone reached. You have been given access to the anti-waste effort for stress testing of materials on Exoplanet's bonus program, also known as Awesome. Your awesome input allows Fixit to comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the Awesome resource sink will grant Fixit coupons. These coupons can be redeemed in the Awesome Shop for highly desirable items such as new foundations, walls, factory attachments, cosmetics, parts, and more. Next time you have additional resources, just remember to go that extra kilometer. Go Awesome. Так, винты сюда пойдут. А это не сюда винты пойдут. Я передумал. Передумал. Сюда пойдут винты. Паш, как управление? А как эти билеты заработать с организацией? Если могу рассказать, но ты начнешь все утилизировать потом. Начнется капитализм, да, жесткий?
Да, ты начнешь все, весь, все заводы утилизировать начнешь. То, что мы производим, ты начнешь все утилизировать. Вот именно, вот сюда, вот ты правильно ты делаешь. Все, вот, да-да-да, Рауль, вот сюда вот надо все скидывать. Весь мусор можно сюда типа скидывать. И ставить сюда этот самый надо. Как его? Контейнер надо любой поставить, который можно. Ну да, ты поставил, конечно, очень. Да, я тоже поставлю. Подальше чуть-чуть. Через жопу, извини меня, это я тебя. Я вообще снова потом сделал красиво, мне просто интересно, как это работает. Понимаешь, в данный момент лучше зарабатывать. Ой, да, подключи. А, подключи, конечно. А, вот сюда. Да ладно. Вот, вот. Ой, орешки не надо скидывать туда. Ой, орешки вот. Вот кроме орешков. Орешки хорошие, кстати. Оп. А, ты орешки не можешь утилизировать. Ха-ха. Повезло. Вот. Он утилизируется. И видишь, пойдет. Пожалуйста, сколько стоит? Подожди, а сколько лестница стоит? Кстати, а, надо... я же вижу. Вижу. Здесь экономика, оказывается, есть. Денежная. Вы меня испортили. Подожди, настройщик, подожди, лестница, мне нужна архитектура. Три купона, короче, там три купона надо накопить срочно. Три купона, чтобы лестницу, потому что лестница это сейчас вообще четкая вещь, ребята. Лестница это можно наверх. Просто подняться. Ой, это можно все что угодно утилизировать. Почти что все. Кроме отходов, да. Урановых отходов, там еще орешки. Что там было еще? Я не помню, что нельзя утилизировать. А, я вижу. Лестница. Да, он стоит 3. Пены даже прикольные. Я тебе... Да. Как, нет, никаких стен, пожалуйста. Я забираю купон себе лучше. Да-да-да. Пушка. Можно за купоны даже покупать винты, жизнь, фрукт. Да, я знаю. Тут можно просто тупо, знаешь, скидывать все. Это капиталист, детка. Да. Я куплю, слушай, я куплю вот это самое, на первые эти самые купоны я куплю это самое, как его называется-то. Машинку надо купить, заводская мотолешка. Не-не-не, понимаешь, чем мы больше трачем. Понимаешь, все очки, это самое, чтобы заработать больше очков, тут вот идет, который, там надо больше ресурсов тратить, понимаешь, тут и каждый ресурс по-разному оценивается, по как его называется то забираю купон, да, я забираю. Экономика тут, да, вот я куплю так, лестницу пошел. Так купить все, я лестницу купил. А чем дороже ресурс, чем больше выдает? Да. Тут ой, рельсы, хотел сказать. Стоп, чё? Не понял, а кто откупил? Вы. А, чего нафиг? Чего? Пипец, экономика. Без привлечения. Но весь завод разбирать не буду. Найдем альтернативу. Будем нефть продавать. До нефти еще надо дойти, Рауль. Потому. Жалко, что от человека можно продать. А, я думаю, ты хороший человек, Рауль, а ты, оказывается, еще людоед. Почему людоед? Человек не для еды. Человек для особых нужд, для богатых людей. Ой, фу. Противный. Фу, конечно.
Да, на это нельзя. Нельзя проводить, это плохо. Ага. Прутьев не хватает. Блин. Это не очень хорошо. Так, теперь нам надо делать моторчики. А моторчиков ротор. Нету. Ротор. Не путай, пожалуйста, ты меня не путай, Рауль. Моторы это моторы, а роторы это роторы. Ротор. Это что у нас тут? А тут винтов хватает. А тут тоже вроде бы все хватает, правда? Ну тут более-менее, да? Ну да, тут более-менее вообще. А, тут я понял почему. Угу, тут вот это делается. Тут у нас вот это делается. Подожди, а зачем еще одну пластину я поставил? Чего? А где... А, вот они где. Фух ты, я испугался, где они. Вот они где. То есть купон это как деньги получается. Ну... Ну да. Арбалё, у нас теперь капитализм начинается. Капитализм, ух ты. Хренов, ай, капиталисты. Капиталисты. Ладно, не будем искушаться, будем думать, как вот. Делать уроку. Ага. Вот, все шикарно. Все, вышли из-под контроля. Так, все, теперь у меня изготавливается, наконец-то у меня изготавливаются роторы. Надеюсь, Рауль не слышал это. Изготавливаются роторы? Так, пошел. Да-да-да, миллионы-то у меня. Воу, все работает. Нет. Откуда ты? Чего? Чего нахрен? Вот то. Все же работает. А, what the fuck? What the fuck? Может там где это бетон делается? Ага. Так, тут у меня работает, так. Сейчас я посмотрю, кстати. Сейчас надо к паштету сходить посмотреть, что там паштет делает. Раульчик наш. Рауль. Так это производство чего у нас тут? То, что я поставил, все работает. Окей, отличненько. Да, то, что я поставил, все работает. Так, минутку, тут это делается. Тут ага, у, нас... у меня это все есть. Как питание. Это да, что да. У нас? Тут делается это. Это у нас делается что? Вот это делается. Чего нафиг? Вот железный пруд. Где у нас железный пруд я делаю? Вот и красавчик. Железный пруд. Что за нафиг? И что еще надо? Винты. Винты у меня тут. Чего нахуй? Так. А, я понял. Блин. Я понял. А, вот это. Так, скидываем сюда все это.
Так, тут у нас эти самые медные листы делаются. Так, что у нас тут? Кабель. Кабель сюда положим весь. А, подожди, а сколько там надо было кабеля для вот этого вот штуковины? А, тут кабеля не надо, тут это надо. Пластины, бетон. Подожди, пластины, бетон и это вот. Вот это вот надо было. Для космического лифта. Так, вот этого не хватает опять. Я понял, берем побольше. Кидаем подальше. Так, вот этого хватает. Вот этого не хватает. Кончил. Ну, в чем дело? Надо сейчас подбывать. Так, где у нас ближайший лес? Так, а что? А почему паштета тут не работает ничего, а? Интересно. А, сейчас добуду электричество. Нет, я не про это. Я не про это, Рауль. Не грусти. Ага. Вот. Ну, допустим-то. Так. Так, Рауль тут производит у меня... А, Рауль производит. Это я произвожу тут, а не Рауль. Я тут чего же произвожу? Так это я тут наколбасил неправильно. Чё? А, винты делаются. Винты. Здесь вот этого вот не хватает. А сколько там надо? Много их? Этих самых. Этих. Винтов. Ой, не винтов, а вот этих. Ага. Да посмотрим. Он будет не хватать ведь, правильно? Да, не будет не хватать. Одну штуку. Ага. Я понял, он будет не хватать. Тебе не хватает вот этих. Ну, допустим-то... Что делается, что у нас? Роторы делаются. Роторы. Подожди, роторы-то роторы. Подожди, тут роторы делаются. Тут у нас делается что? Усиленная железная пластина. Ага. Я понял, мы уже... почти что это самое... закончили производство. Это надо еще один ассамблер ставить сюда. Все, и будет все хорошо. На некоторое время. Не знаю. Я так не уверен. Трудно мне сказать. Как у нас капитализм? Капитализм так. Пиздец. Так, капитализм у нас стал пиздец. Так. Два купона уже. Так. Что, Рауль? Ладно, давай, короче, сюда выведем все вот это вот. Восемь роутеров, ой, роутеров, минут, не 4 минут, ничего себе долго. Подожди, что ты, роутеры утилизируешь? Да, тоже. Нет, это делаю, создаю. Фу, ты меня напугал, я думал, ты роутеры утилизируешь. А, кстати, идея. Ты ёбаный. Я пошутил. Ёбаный, это самая идея у него. У нас и так пиздец полный тут. Это самое, запчастями. Мы только это самое начали, это самое, строиться. И капитализм пришел. Ой, это же назвать её капитализмом. Так, что это? А, умная обшивка. Все. Ура, наконец умная обшивка делается.
Фух, полгода прошло. Интересно. Самостоятельное производство там 4 минуты. Одну делать за 4 минуты. На верстаке я делаю это мгновенно фактически. У меня уже 25. Кого? Ролтера. А... Ворота. А здесь по верстак не взорвется? Как-то подозрительно видят. Так, значит, роторы. Молодец, кстати, так. Подожди, я заберусь. Нет, заберу половину, кстати. Давай половину заберем. Половину положим. Вот, значит, изготавливается тут усиленная железная пластина изготавливается. А вот, фу, умная обшивка изготавливается, извините. Совсем уже заговор. А у меня есть этот самый, как его. А, все, есть вот это вот. Теперь я могу наконец-то на бетон поставить. Теперь я могу... Блин, чего? Минутку, что с бетоном не так? Чего нахер? Так, теперь запускаю. Так, лестница. Milestone reached. The Fixit jump pad combines high technology and innovation for optimized factory traversal and an ideal travel experience. Clarification. Ideal travel experience not guaranteed. Individual results may vary. Pioneers are responsible for all workplace accidents resulting from jump pad usage. Угу. Так, бетон. А, бетон. Так, что там надо с бетоном? Что там, сколько бетона надо? Ага, бетона хватает. О-о-о. Так. Вот и по сотке стоит, ничего себе. Так, вот так, поставим вот так вот. Что, опять кончилось топливо? Быстро. Я понял, ты хотел сказать. Да-да, нихуя себе! Нихуя себе, Рауль, да-да. Да, быстро. А почему трава не идет? Так, тут идет. Это все правильно. А-а-а. Может быть, ты не в так положил, кстати? Справа древесина. А слева трава, правильно? Просто посмотри в конструктор. Просто я посмотрел, тупо. Правильно, почему траву не принимает? Сейчас я это. Да. Блин. Давай, я древесину займусь. Хорошо, ладно, тогда я побежал обратно, сейчас. Я, короче, сделал 5 волтеров для эксперимента. Да, я отправил отсюда по утилизатор. Да. По 100 штук дают. А, ну да, потому это... что это самое, я тебе говорю, что чем дороже, чем он. Это самое. Угу. Он, то есть, продавать я не буду, но просто ради интереса, просто со сколько стоить будет. Не, понимаешь, сейчас у нас реально проблема вот... Ага, я понял, да. С деталями. Сейчас я иду обратно, короче, я сейчас немножко я закинул это самое, так, вот это забираем, забираем. Забираем вот это. Так, древесина. Есть такое okay. дело. Тут. Тут, ага. А, ну да, ага. Потому что все не работает, потому что... А, много здесь топлива. А, да, потому что он говорит, что... много там много, он говорит, что... много там много, но надо продлить, наверное. Ему а, просто. Продлить надо. Просто он. А, тут. Ух ты, да тут дофига топлива-то. Ему хватает. Я думаю, мало, оказывается, много. Наверное, нагрузка сети можем быть. Вот именно. Мы слишком аху. Ой, извините, это.
Ну, это понял, что мы слишком это... Слишком много требуем от этого самого. Если я доставлю, то основные наши. И немножко ненадолго заработает. Подожди, я это самое... просто тупо продлю вот эту вот штуковину. Да, давай. Блин, Роутер, это выгодный бизнес. Бизнес и рот. Опа. Продажа роутера. Про? Чего? Кажется, что налоги нету. Корабль вернулся. Пожалуй, а что, он все заработал? А, потому что я поставил две, помнишь, эти наши хабы? Там они пустые были. А, ты около хаба. А, ты около поставил. Так. Я и тут тоже поставил. Кормовые винтовки есть. Около хаба он поставил. Я тоже знаю. Где тут эти винтовки? Или пистолет? А, нет еще. Нету. Слишком рановато. Чудо магазин еще есть. А почему ничего выбрать не могу? Потому что монеты нету. Сообщите, выберите цель. Чего выбрать не могу. Ну да, потому что ты не можешь выбрать, потому что все у нас это самое того. Как его называется? Того. Все делается у нас. Ой. Все делается, правильно? Я сюда вот это поставлю. Вид? Да. Это космический вид. Угу. Потому что, чтобы дальше, понимаешь, чтобы делать что-то дальше, надо делать. Все, я понял, миссию. Космический лифт надо делать, подожди, листва. Понимаешь, я уже, у меня половина, как его, деталей уже есть, как говорится. Мне вот не хватает пластин и прутьев железных. И я вот, то, что я сейчас крафтил, вот это вот, то есть, тьфу, крафтил, вот это вот строю, большое производство, вот этого вот. Так, и... рецепт это отвечаю, а то мне не копится железные прутья. Так, что у нас тут? Так, космический лифт. Нам нужно тут делается усиленно железные роторы. А, тут вот эта вот фигня делается, да? Да, тут делается. Нет, фигня. Медленно, но делается эта фигня. Настя, я погнал. Так, прутья, пластины и прутья. Сейчас я погнали. Тут где-то была еще железка тут, рядышком. Значит, железо и прутья надо делать срочно. Потому что полная жопа у нас. Да, значит, такая жопа полная, как у Нади. А, хорошо, что Анга не слышит. А, ты понял сразу же. Блин, я думал, ты не понял. Блин. А ты понял, о чем я? Да. Бедный Эдгар. Да. Я его... я это самое, Надю, это очень сильно... не обзываю. Как бы сказать-то? Чего? А, это я написал... Блин. А. Тьфу ты. Ёпрасоте. Ладно. Неважно. Так. Значит, так, железные, вот это вот будет делаться, значит, мы тут делаем тогда, блин, не делаем тогда, правильно? Мне нужно, блин, а как мне вывести так, чтобы оно бы, было бы ровно бы, вот, ладно, давай построим просто тупо, пока что на верх, нет. Блин, мне пластин тупо не хватает теперь. Блин, тупо пластин не хватает. А железа есть? Нету железа. Даже железа нету. Ей дрит колотить. Тоже есть. Ладно, допустим-то.
А ну да, тут все употребляется у меня. А ну да, тут все употребляется прямо очень сильно. Он даже на два очень хорошо делится. Ага. На два? А, ну да, две печки стоят. Две печки, это вообще печка отдельно стоит у меня тут. И он тут делает мне... Угу, я понял. Я понял, он тут делает мне... А, ну да, пластины тупо делает, я понял. Так, подожди, пластины? Блин, то, что мне сейчас нужно. Ух ты, сколько пластин тут, дохренища. Я возьму, давай половину возьму пластин. Не, я не у тебя. Да, бери, бери. Я не у тебя буду брать, я на своем заводе взял. Давай. Так, я пока выложу проволоку 500 штук, туда выложу общий ящик. Если вдруг тебе что-то будет нужно, я ненадолго выйду. Ага. На полчасика. Давай, давай. Я потом присоединюсь. Ну давай тогда я, может быть, через полчасика тоже подключу это. А то я тут начну... Ладно. Или... Ладно, неважно так. Сейчас выложу на всякий случай. Давай. Выложи. Да, учу выложи, правильно. Потому что мне точно... детали мне точно нужны. Пум-пум-пум. Так. Детали. Выбраться на рабочий стол. Да, вот это через полчасика. Давай, давай. Кстати, напишу там. Давай, хорошо. Давай. Так, минус паштет. То есть Рауль. Подожди, я мог... А! Все, я понял. Тут надо поставить... Подожди, а, разветвитель стоит уже. Тогда плавилки надо наверх ставить. Ой, не это мне надо плавилки поставить. А где? А, там еще одна стоит. Тьфу ты. Ага, я понял. Ну, давай тогда вот в эту сторону поставим. Ладно, пускай две плавилки в этой стороне стоят тогда. Тогда две плавилки в этой стороне стоят. Вот. Делают нам железные слитки. И тут железные слитки делаются, во-первых. Так, железные слитки, минутку. Давай буфер построим пока что. Так. Или не строить, потому что... Чего? А! Я понял, что открылся. Так, подожди. Что там дальше? Так, а что там дальше надо было? Ладно, давайте буфер поставим пока что, ладно, пока стоит буфер.
Чего? Я неправильно поставил, что ли? Вот эту? Выход отсюда. А это вход? Блин. Сказочные волшебники. Я понял. Так, убираем это. Ладно. Тогда придется в эту сторону. Кстати, можем и в эту сторону строить. На, сюда будет буфер. Будет пластины строиться. Тут не пластины, а этот самый. Железные. Вот это. Слитки. А потом. А потом уже. Кстати, давай запустим шайтан машину эту. Так, вот, наконец-то. Теперь он будет делать нам железные слитки. Окей. Во, пошло железные слитки, наконец-то. Это колотит, как он все медленно делает. Почему? Обычно место рождения. Чего? Да, я понял, перерыв надо сделать. Как там было в этом? Перерыв на шальнике! Короче, надо сделать перерыв на шальнике. В общем-то. Кстати, а может быть даже. Так. Так, железные прутья. Сколько там надо? 400 штук. Многовато. А, он один только. Один слиток за один пруть. За прут один. Ага. Кстати, может быть, к Раулю сбегать. Надо к Раулю сбегать, посмотреть, что там он делает. Ой, тьфу, не... Да, то есть на производство Рауля. Может быть, оттуда можно немножко что-нибудь подцепить. Так, бетон. Подбираем весь бетон, что у нас есть тут. Ага. Да, тут даже бетона не хватает, тупо. А, кстати, можем вот это разобрать. Сейчас пойдем. Он ведь выложил, Рауль, свой хлам. Сейчас пойдем посмотрим. Так, опа, еще один столб стоит. Убираем его отсюда, нафиг.
сейчас. Опа, паштет сидит. Кофе пьет он. Так, забираем. Ой, сколько хлама полезного у Рауля тут. Так, сколько... Ой, спасибо, Рауль. Ой, спасибо тебе огромное, Рауль. Так. Просто весь хлам забрал у Рауля. На тебе паштет. На паштет. Что кофе пьешь? Хватит кофе пить. За работу. Так, бетон, железный... Чего не хватает? Железных прутьев не хватает теперь. У нас тут эта проблема. Так, чё? С боеприпасами где? 400... 340, да? А почему... А чё он производит тут? Чего? Ты чё, дурак? Паштет. Ты что, паштет? Захер ты роторы делаешь? Вопрос, а захер паштет роторы делает? Пластины. Ну вот это хорошо, да. Вот вопрос, нахер он роторы делает тут? 15 роторов. Не, ну роторы мне нужны будут, да. Чтобы это... Блин, роторы нужны будут потом для этого самого. Для изготовления этого самого. Блин, слушай. Рауль, извини, пожалуйста, кстати. Кстати, он, блин, надо будет, когда буду энергетикой заниматься. Блин, когда я буду энергетикой заниматься, он мне нужно будет. Не, я включу, кстати. 32 ротора. Ну, это такое себе. 32 ротора. Блин, это нужно будет. Блин. Там надо будет для помпы роторы. Для этого самого угольных генераторов помпы. Ну, ой, тьфу. Да, для угольных генераторов. Ё-моё, уже заговариваюсь совсем. Правильно, угольные генераторы, помпы и так далее. Нужно будет нам. Пожалуйста, а где можно космический лифт поставить? А ну-ка, он сюда влезет? Блин, он влезает, но некрасиво. Блин. Разработчики, давайте сделайте тут... Блин, надо было чуть побольше сделать это. Чтобы космический лифт был бы красиво так. Везде скалы, и тут посиди космический лифт. Ладно. Давайте космический лифт бахнем куда-нибудь тогда. Я не знаю, куда космический лифт бахнуть. Кстати, тут где-то Рауль. Да. Вот это вот штуковина, кстати. Так, хватает мне для этого самого космического лифта. Ну-ка, давайте космический лифт бахнем сюда вот. Вот сюда вот по центру, пускай стоит. Ну да, пускай здесь стоит. Ядрит колотить, орбита прилетела. Здравствуйте, инопланетяне. Так сказать, салам алейкум. Какой масштаб большой, ребята.
Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project assembly is divided into phases, each of which require the delivery of project parts, such as smart plating, via the space elevator. Subsequent phases unlock access to new tiers with more advanced technologies to construct, automate, explore, and exploit. It is time to be honest. This project is part of the Save the Day program, the largest united undertaking in human history, destined to save us all. Earth is in peril and only Fixit pioneers offer hope for survival. Fixit is counting on you. Humanity is counting on you. Do not let Fixit down. Фу, какая штуковина гигантская. Офигеть. Здравствуйте. Космический лифт. Салам алейкум. Надо 50 штук тебе нужно, да? Погнали. 50 штук ему нужно. Ага. Неплохо. Железные пластины. Надо накрафтить побольше. Так, я понимаю, но спасение человечества немножко это самое. Вы не по адресу обратились, это самое. Чтобы спасти человечество, мне надо это самое, как его. Оп. Ой. Так, спасти 50 этих самых. Штуковин надо, да, построить? Чего не хватает? Роторов, да, не хватает тут. Сорок восемь. Блин, чуть-чуть не хватает. О, одна умная обшивка в две минуты, да? Ну, допустим, давайте постоим, подождем, пока он тут умную обшивку. Ведь вручную я ведь не смогу скрафтить, правильно? Умную обшивку. Тут слишком уж она умная, чтобы скрафтить вручную ее. Ну, конечно, вручную я хрен ее скрафчу-то. Вручную умную обшивку. Фу, все, погнали. Все, погнали. Фазу 1 завершать, наконец-то. Так сказать, технологии шагнули очень далеко вперед. Погнали. Загружаем. Запечатываем. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 1 project part shipment is now ready for delivery. On delivery, Phase 1 will be completed and the distribution platform will be constructed. After completion of Phase 1, the technologies of Tiers 3 and 4 will become available in the hub. Highlights are automated power, steel production, personnel transportation, and many more. Completing phase 2 of project assembly is your next main objective. New project parts will need to be produced and delivered to the space elevator as you have done previously. Continue to construct, automate, explore and exploit for a better fix-it future. Ух ты ж, прикольно. О! Phase 1 of project assembly completed. This is only the beginning of project assembly, the first step towards saving the day.
You have performed adequately so far. Reminder. Not only is Fix-It saving humanity, it is saving all of Earth, including kittens and puppies. It is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies. Continue the work for their sake. Continue the work for Fix-It. It is time to start the work on phase 2 of Project Assembly. Едрит колотить! Да я всех котиков и собачек спасу обязательно. Всех животных обязательно всех животных. А людей, нафиг этих людей. Мы их, это, в аду, пускай горят эти люди. Ой, красиво. Здравствуйте. Какой я добрый человек, а? То есть, существо. Значит, ага, 1000 HP вот этих надо, а унесенный как каркас тоже, это... Я понял. Ага. Я понял. То есть разбирать пока что еще рановато вот это вот все производство. А, пропустите меня, пожалуйста. Я тут работаю. А... Ага. Винтов не хватает ему уже теперь. Блин. Плохо. Так, тут у нас уже... Опа, 7 штучек скрафтилось. Окей, допустим-то. А, за какое-то время, надеюсь, накопится. Давайте положим это самое штуковину. И сделаем перерыв. Оп. Вот. В общем-то, на этом все. Так, только надо сохраниться обязательно. Значит, сав. Ой, что я пишу я? Саве. Саве 3. Вот. Замечательно. В общем-то, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, жмайте лайк, чтобы не пропускать трансляции. А всем пока. А, в общем-то, на этом все. Ага. Но это... О, массивная штуковина. Круто. Я все-таки Наруто. Ненавижу Орочимару и Кабуто.